Всем приветики, с вами Плюшева Нюша, и сегодня незапланированное видео. Купила недавно тут вот такую лапшу острую. Азиатскую, со вкусом говядины. Мне вообще привлекло, что на картинке было похоже, что она широкая. Но когда я доставала ее из упаковки, это была на вид обычная лапша быстрого приготовления. Она должна быть супер острая. Если честно, я прям чувствую жгучий перец. Я себе тут хлебушек приготовила, может, будет менее остро. И майонез, если что. У меня нет какого-то намерения, допустим, несмотря ни на что, съесть до конца. Мне интересно все это попробовать. Ну, заодно с вами поболтать, потому что я сейчас выбилась из режима и пытаюсь к нему вернуться. Давайте сначала попробуем без майонеза. Еще я не хочу замараться. Галимый перец. Вообще, когда я попробовала приправу, сначала она мне показалась на вкус как лечо. А потом я поняла всю остроту. Сейчас что-то мелькнуло. Сегодня у меня были занятия на дистанте. Но, если честно, лучше бы они были в университете, потому что во время этих занятий творился бедлам. Потому что именно в это время, как только начались лекции, стали сразу чистить крышу, и просто такой грохот стоял невыносимый. Хотя у меня были закрыты все окна. Но это не помогло. Одновременно с этим сосед впервые за праздники решил что-то посверлить сверху. И дрель такая была. В моем телеграм-канале можно услышать кусочек этих звуков. Ссылочка в описании. Всем приятного аппетита, кто кушает вместе со мной. Такой звук был у дрели. Извините. Жесть просто. И одновременно с этим третье. За стенкой начал плакать ребенок. И, понятное дело, это все шло во время лекции, пока нам диктовали. Ох. Сумасшествие, ей-богу. Всю эту лекцию у меня гудела голова. Это была последняя лекция по этому предмету в этом семестре. Кусочек перчика.
Посмотрим, как с майонезом. Мягче. Извините за мой грязный рот. Еще перед майскими. Прям буквально где-то за 2 дня до них. Мне захотелось пожевать жвачку. Хотя я вообще не приверженец жвачки. Я, наверное, их уже несколько лет не жую. Но я точно не покупаю их несколько лет. Но бывает, пожевываю. Ну, это там, если угощают, я сама как себя не провоцирую. И тут купила сама. Что вы думаете, по пути на работу я жевала жвачку, у меня выпала пломба. Через 2 дня майские записаться к зубному не, возможности нету. Думала, будет критично. Но тьфу-тьфу-тьфу, пока нормально. Секундочку. Все, можно продолжить. Так вот, возможности нету. Я надеюсь, хотя бы до лета получится записаться. Как я не пыталась остановить режим без толку. Ну, нет и нет. Я же забила на этот режим, я уже все равно у меня в последнее время что там. Просто тяжесть во всем теле, поэтому мне сейчас не до режима. А вот никогда по режиму четкому не жила, поэтому нечего начинать. Я, кстати, попалась мне в рекомендациях, почитала, что даже ученые провели исследование, и оказалось, если ваше родословное долгое поколение присутствовала голубая кровь, в том плане голубая кровь, что люди раньше, имея статус, то есть с голубой кровью, они более вальяжный образ жизни вели, не вставали, допустим, как рабочие люди, вот. Мысль потеряла. И поэтому раз это такой образ жизни повторялся в нескольких поколениях, поэтому он уже в генах заложен. Поэтому если вы не можете проснуться рано, сидите допоздна, и спите до обеда, это не значит, что, допустим, с вами что-то не так. Это просто у вас, видно, голубая кровь была в роду. Откуда ей только взяться? Потому что, как говорит мама, и с ее стороны, и со стороны отца крестьяне.
Вот, поэтому. Вообще интересно, я почитала, ученые подтвердили этот факт. То есть это не просто там с бухты барахты вот. Вообще интересно так оправдывать иногда свой режим таким методом. Холодильник решил заработать. Ладно, будем закругляться, потому что бульон пить не планирую, иначе заработаю себе изжогу. Всем пока. До новых встреч. С вами была Плюшева Нюша.